Всем, ребятки, привет, привет. Чё стесняшка, глазки опустил? Скажи привет всем. Ребят, привет. Сентябрь, не помню какой. Вон там папа вдалеке идет. Из леса, косу нам звонил, мы были на улице, не слышали. Выходили по делам, там водичку набрать, то все. По хозяйству. Себя, ребят, не покажу, потому что вообще ужасно болею. Вчера я еще ничего такая была. А сегодня я уже вообще расклеена. Расклеена. Вообще кошмар какой-то. Ладно, не обо мне суть, а о нашем грибнике, который сегодня не выдержал и пошел. Позавчера он был в лесу, там много народа. Сегодня суббота. Пятницу он не смог, потому что мы ездили по делам. А сегодня он не выдержал, пошел за грибами. И что-то мне звонит, говорит, встречай. А он, короче, получается, позвонил мне через часа два после того, как ушел. Сказал, глухо, пол ведерка только набрал. А Ваф ругается. Поэтому мы, не, думаю, все выбрали, что могли. Ну и не ждем потом. Сейчас звонит. Что трубку не берете? Помогать, езжайте. Ну вот вышли, бегом-бегом. Выскочила, суп на плите. Хлеб в духовке пекется. Переживая. Ну, думаю, что все успеется. Ладно. Бегом-бегом. Что-то на улице вроде тепло. А мы выходили во двор, был ветерок, я ему куртку накинула. А сейчас вроде тепло. Многие скажут, куда вам столько грибов, ребят? У нас реально вот все эти года никак не было времени выбраться. И плюс не было нигде, где бы мы приезжали, наткнуться на грибы. А это вот такой случай, хоть какие-то грибы, но я, конечно, сильно не разбираюсь в них, но съедобные, в смысле. Но и не сидим в этом году, останутся на следующий год. Это не проблема. Здесь мы всегда сможем, как говорится. Вот так вот. Поэтому только порадуйтесь за нас, что у нас все так хорошо получается в этом году с грибами. Много грибов, поэтому мы молодцы. Да, у нас однотипные, но других вариантов нету. Смотрим, что у папы. Три ведра, два пакета. Вот он. Килограмм 40. Тут-то. Тут. Тут-то. Папа завязал. Тебе сейчас скажут, жадность фрай разгубит. Сгубит. Сгубит. Перевешивает. Все перевешивает. Короче, как-то так работаем. Ну ладно, что ж теперь. Я объяснила уже. В этом году не съедим. Так на следующий год, да, папочка? И... Съедим, папа сказал, в этом году. Ну как-то так. Будем сейчас заправляться. Кирюша в шоке. Понял, что коляска его сейчас займут. Да, Кириш? Кирюха тоже болеет. Ну ладно, давайте, будем грузиться. Вот, ребят, мы все доковыряли до дома. Наши грибочки. Вот такие. Нормальные такие грибочки. Фу, да, грязные. Что это такое грязное? Что это такое грязное? Такие вот они. Здесь громадные. В каком-то ведре у меня... Вот, это самый большой Кирюша достает, да? Вот, ну-ка, Кирилл, покажи, пожалуйста. Покажи давай, покажи. Вот какой гриб. Вот, Кирилл показывает, какой самый большой гриб сегодня, да? Давай положим потихоньку. Вот. Сейчас надо. Папа? Да, маленький грибочек, да? С маслом, да. Сейчас надо вот эти вычищать грибы нам. Так, дальше. Вот эти мы сегодня засаливаем, грибы, которые у нас в ванне. А вот эти вот засаленные грибы уже, вот, получается, большая кастрюля, ведро и такая большая кастрюлька еще. Нужно раскладывать по банкам. Короче, работы полно за грибами у нас сегодня. Ну все, как-то так вот. Все, кому понравилось, ставим лайки. Комментируем, подписываемся, делимся везде-везде, со всеми-со всеми. Всем пока-пока, до новых встреч. С вами были счастливые люди, Happy People. Пока-пока.